9 июня в городе Николаев по улице Молодогвардейская, 28, в квартире на 5-м этаже жилого дома произошел взрыв предварительно бытового газа без последующего горения. В результате взрыва произошло разрушение межэтажных перекрытий между 5-м и 4-м этажами и кровли над квартирой. При проведении аварийно-спасательных работ обнаружено 4 пострадавших человека. Они в довольно тяжелом состоянии госпитализированы. Также успешно произведена эвакуация 54 человек. На месте продолжают работу сотрудники аварийно-спасательных служб.